Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь в Лазаревском, на один день приехала. Идем на пляж Багратион с семьей. Тут идет конкретная такая стройка. Я не знаю, успеет ли вообще к летнему сезону что-то сделать. Ну, вот такая вот разруха. Пошли, Никит, вот здесь пройдем лучше. В общем, готовятся активно, реактивно. Но немножечко, конечно, это пугает. Вот такой вот тут полный трэш, так сказать. Но что-то делает супер какую-то красоту. Да и вообще везде в городе прям идет улучшение, улучшение всего. Привет, привет, Никита. Мы ждем папу, дедушку еще. В общем, потихонечку мы двигаемся к морю. Несмотря на все строительные работы. Какие-то тут котлы. Ничего не трогай, Никит, пошли. Надеюсь, что... Вот она, стройка. О, тут, смотрите, будет такой навес делать. Эх, вы не представляете, какого цвета моря. Просто такого бирюзового. Народ уже загорает. Я уже сразу одела купальник, дабы искупаться конкретно. Видите, тут отели в этот Багратион готовят. Да, я сейчас везде смотрю, новую мебель заносят, и частные гостиницы готовят к пляжному сезону. Народ, смотрите, загорает активно. Конечно, сегодня очень тепло. Даже больше, чем 24 градуса. Прям в одежде заходят. Летом вообще, наверное, тут будет просто фантастически красиво, да. Ну, я имею в виду, что очень много всего обновляют. И сейчас это пока похоже на дикий пляж. Но летом, я думаю, что это уже будет... В том году и так уже было много всего, так сказать, да, новшеств. Посмотрим, что будет в этом году. Да, погодка классная. Ну а мы идем на речку. Рыбу тут, рыбку здесь нельзя ловить. Кстати, здесь река Псизопсе, это заповедная река. И рыбу на ней ловить запрещено. А я уже видел, вон мы идем там, где река впадает в море. Такая вот сегодня атмосфера. Красота. Море просто сказочного цвета. Да. И река, и горы. В общем, такая красота. Народу мало. Пока еще можно... понаслаждаться. Давай вот сюда вот. Мама. Какая сегодня чудесная погода. Можно позагорать и можно даже сгореть. Поэтому не думайте, что еще сгореть нельзя. Нужно уже пользоваться разными, так сказать, противозагарными средствами. Ну, я думаю, что еще буквально недельку народу будет очень много. Какая-то такая разведочка. Народ тоже пошел купаться. Или пятки помочить в воде, как говорится. Посмотрим. А в такую погоду не искупаться, как говорится, грех. Очень здорово. Я вчера смотрела, вода, по-моему, показывала то ли 13, то ли 15 градусов. Побольше? Или я что-то путаю? Ну, сегодня, может быть, и да, уже тепло. Ночи, да. На самом деле, ночи очень холодные. Я говорю, плюс 8, плюс 9. Угу.
Никита. Никита обычно зимой тоже, как и я, купается, но... Что? Ты думал, что уже все прям супер теплая вода? Это минус 45. Ну нет уж, ну не минус 45, конечно. Сейчас со мной пойдешь окунуться, немножко поснимаю. Вода прозрачная, очень красивая. Вообще в этой части это вода более чистая. Это после пляжа Багратион. Такое местечко. Тут более такая дикая часть, но я думаю, что уже тут диких мест скоро не останется. Смотрите, сколько народу. Это мы еще пришли не на самый центральный пляж. Если бы мы пришли в районе парк культуры и отдыха, где тоже идет, так сказать, ремонт всего, то там, конечно, было бы народу еще больше. В общем, сегодня купаются все. Сейчас и я пойду. Демонстрирую, что я одела купальник. Привет, привет. Всем привет. Больше всего мне здесь места нравятся, где река впадает в море. Чудесные места, конечно. Насчет ледяной воды сейчас я тоже попробую, посмотрю, какая температура. Смотрим, какой температуры вода. Я еще не разделась в купальник. Я еще не иду, Никита, если ты меня хочешь, да. Ну, я не скажу, что она ледяная, но такая холодненькая. Ты здесь вот присядь и хватит. На самом деле, когда уже на улице светит солнышко, пригревает, даже холодная прохладная вода, она ощущается совершенно по-другому, позитивно, да? А когда нет солнца, да, и не хочется и купаться. Сейчас я пойду купаться немножечко еще вам. Снимаю чудесное прозрачное море. А вот в этой части обычно всегда волны, фактически, потому что река впадает в море. И, соответственно, вот эта часть, да, она обычно всегда с большими волнами. Там вот такой вот, как островочек, люди, бывает, переходят дальше. Уже есть интересные пляжи, даже дикие пляжи. Молодец, ребенок мне лег, встал. Он ждет меня, а я тут со своими съемками. Молодец. Медуза! Где? Вон. А, точно. Ну, значит, вода чистая, Никит. Медуза. Своим почтением. Ну, какая красивая медуза. Пусть она себе плавает. Ну все, я начинаю купаться. Не надо ее трогать. Она красная, ебаный бабай. Она красная. Так что вот такая сегодня у нас прогулочка до Лазаревского. Я встала, я уже говорила, 5 утра. Правда, до 3 у меня кошка гуляла, ее тут выпускала, тут запускала. Снова выехала. И приехала в 9. И, в общем, целый день сегодня здесь провожу. Еще бы провела больше, но у меня там маленькие котятки, собачка, поэтому тащить я хотела, потом подумала, а зачем, еще месяца нет котят, всех тащить. Так что попозже я уже буду побольше, подольше приезжать. Всем прекрасного дня, надеюсь, что к лету уже здесь будет все красотища, красота. Ну, а пока вот такая атмосфера, главное, что морской воздух, атмосфера лета.